этом выпуске мы поговорим о симуляторе революции в Иране 1979 Revolution Black Friday, о японской ролевой игре на западный лад Festival of Magic, об атмосферном космическом квесте Stasis из Южной Африки, о симуляторе командира космической станции Astro Base Command и о двухмерной киберпанк-РПГ Dex. Почти всегда какие-то политические волнения в мире находят свое отражение в книгах или документальных фильмах. Произведения создаются по мотивам событий на основе фактов или очевидцы описывают революции и восстания в своих мемуарах, которые впоследствии получают гордый статус бестселлера. Политические романы и автобиографические очерки можно найти практически в любом книжном магазине. Чего не скажешь о видеоиграх. Игровая индустрия пока еще не научилась давать ответ на ряд острых исторических событий, но вот выпускать агитационные листовки под видом игровых проектов она почему-то уже в состоянии. 1979 Revolution Black Friday тому подтверждение. Игра повествует о фотожурналисте, оказавшемся в эпицентре иранской революции 1979 года. Авторы пытаются разыграть пьесу уровня операции «Арго» Бена Аффлека, только в формате скачиваемой видеоигры. Black Friday, конечно, не будет двухчасовым рекламным роликом ЦРУ, как часто называли явно проамериканскую кинокартину, но искажение реальности тут все же присутствует. И хотя разработчики вряд ли получат награду лично от Мишели Обамы, CNN и BBC уже подписались в бесконечной любви к проекту. Надо понимать, что когда нам говорят о максимальном приближении к реальности, то подразумевается реальность, заранее спланированная и воспроизведенная американскими спецслужбами для граждан США. 1979 Revolution будет поделена на эпизоды, как это было с The Walking Dead, а стилизованные под графические новеллы простенькая графика и движок Unity позволят запустить игру не только на PC и консолях, но и на сравнительно слабых планшетах. Разработкой занимается студия INK Stories, глава которой Навид Хонсари в свое время работал над Alan Wake, Grand Theft Auto 3 и первыми двумя частями Max Payne. Для разработки 1979 Revolution Black Friday, первого эпизода в серии, авторам нужны $395 000, из которых пока что собрано лишь 15%. В первые несколько дней игроки довольно активно вкладывали свои деньги в проект, но затем приток желающих резко сократился, и теперь в течение дня игрой всерьез интересуется в среднем 10-20 человек. Это катастрофически мало, и даже несмотря на то, что до конца акции осталось еще 3 недели, ситуация вряд ли сильно изменится. На данный момент сборы застыли на одном месте, так что фактически можно считать кампанию неудачной. Разве что к концу может произойти скачок, но даже это не сильно изменит положение. В последние годы бывает так, что исконно японские серии переходят в руки западных разработчиков. Взять тот же Devil May Cry. Франшиза всегда была под покровительством японских авторов, но последнюю часть отдали делать европейской команде. Часто бывает, что японские ролевые игры создаются чисто западными студиями. Festival of Magic как раз из таких. Игра разрабатывается небольшой норвежской студией Snow Castle Games, состоящей всего из нескольких человек. Тем не менее, у многих сотрудников опыт работы в индустрии превышает 10 лет. Festival of Magic представляет собой типичную японскую роль. Тут и мультяшные герои, и непонятные зверушки, и огромное количество персонажей с большими глазами. Игровой процесс будет разделен на две части. В одной мы будем путешествовать по разным локациям, выполнять квесты и общаться с многочисленными персонажами, а когда на пути встретятся враги, игра переносится на поле боя. Там, в пошаговом режиме, нужно будет, как в серии Final Fantasy, управляя группой героев, выстоять против отряда противника. Одной из ключевых особенностей Festival of Magic будет возможность заниматься фермерством. Натурально, в нашем распоряжении будет небольшой деревенский домик с огородом. Ухаживая за растениями, герой будет получать доступ к новым вещам и улучшениям для оружия во внутриигровом магазине. На текущем этапе разработки авторам Festival of Magic требуется $250 000. Компания только-только началась, и в среднем пользователи отдают в сумме по $4 000 в день, так что нужная сумма должна набраться. К тому же, Valve дала игре зеленый свет на Steam Greenlight, что говорит о достаточно высоком качестве продукта. Это подтверждают и люди, которым удалось поиграть в раннюю версию на PAX Prime в Сиэтле в сентябре. We'll be right back.
Несмотря на достаточно широкие финансовые возможности Южной Африки, здесь пока что не сильно развита игровая разработка. В ЮАР имеются маленькие студии, в которых работает всего несколько человек. В том числе есть одиночки, самостоятельно создающие свои игры мечты. Одним из таких разработчиков является Кристофер Бишоф. Он в одиночку делает Stasis — атмосферный квест в антураже Dead Space. С хоррор-экшеном Visceral Games игру роднит не только место действия, но и чувство одиночества и постоянной опасности. Как и в Dead Space, главный герой бродит по заброшенному космическому кораблю в поисках своих близких. Персонаж перемещается по разным отсекам корабля, взаимодействует с компьютерами и странными механизмами, подбирает предметы и время от времени общается с обитателями станции. По своей структуре Stasis напоминает адвенчуру LucasArts The Dig, которая рассказывала историю космонавтов, попавших на загадочный астероид. Кристофер Бишоф попытается создать взрослую историю с непредсказуемым финалом и глубокой атмосферой. Для окончания разработки автору требуется $100 000, большая часть которых пойдет на озвучивание игры и создание внутриигровых видеороликов. На текущий момент собрано 80% требуемой суммы, так что к концу кампании деньги соберутся. Средняя цена, которую платят за Stasis, равняется $30, а в день игра зарабатывает почти 2000. К слову, Stasis увидел бы свет в любом случае. Большая часть игры уже готова, можно даже скачать альфа-версию с официального сайта. Просто без финансовой поддержки на разработку ушло бы куда больше времени. Кристофер Бишоф работает над игрой уже на протяжении 3 лет, а релиз намечен на конец следующего года. После того, как Майнкрафт стал популярным, многие разработчики начали эксплуатировать идею создания полезных предметов из подручных материалов. Одним из самых успешных на этом поприще можно считать двухмерную версию Майнкрафт — Террария. В ней можно было строить дома, мастерить оружие и сражаться с монстрами. Главная цель — выжить любой ценой. Разработчики Astrobase Command предлагают нечто подобное, только в космическом масштабе, в прямом смысле этого слова. Игроку отводится роль командира космической базы, которую нужно сначала создать и обустроить. Из специальных блоков мы по своему усмотрению строим будущее жилище для членов нашей команды. Форма станции может быть совершенно любой. Благодаря честному 3D возводить отсеки можно будет в любой плоскости. Но тем не менее, нужно будет постоянно следить за удобством расположения блоков, чтобы никто не заплутал в бесконечной веренице запутанных комнат. Но построить базу — это лишь малая часть Astrobase Command. Ее еще нужно подобающим образом обустроить, чтобы население ни в чем не нуждалось. В каждом блоке можно поставить до 4 маленьких комнат. Это может быть библиотека, небольшой сад или рабочее место. Каждый член экипажа выполняет свою уникальную роль, и для этого ему нужно специальное оборудование и место работы. Время от времени на базу будут нападать пришельцы, и игроку придется давать им отпор. Бои будут выглядеть, скорее всего, как в FTL, но пока что про этот момент игрового процесса известно мало. Для разработки студии требуется $145 000, которые пойдут на покрытие расходов и привлечение в команду нескольких художников, ведь до этого момента Astrobase Command создавалась без талантливого арт-директора. И это на самом деле видно по скриншотам. На момент создания передачи было собрано чуть больше 12%, но кампания только началась, так что делать какие-либо прогнозы пока рано. Впрочем, пользователи были активны лишь в первый день. А затем количество вкладчиков резко сократилось. Теперь за сутки разработчики получают в среднем $2000, что действительно очень мало. Киберпанк стал необычайно популярным в последнее время. На Кикстартере постоянно появляются проекты в этой стилистике. Satellite Rain, Shadowrun Returns, а теперь вот и Dex — двухмерная ролевая игра прямиком из Чехии. Разработчики позиционируют ее как сюжетно-ориентированную RPG с перспективой платформера. Главный герой перемещается только в двух плоскостях, но это нисколько не стесняет его возможности. Он, как и любой персонаж других игр жанра, может подбирать разные вещи, в том числе и оружие. Игровой процесс тесно связан со стелсом. Тихое устранение врагов является приоритетным. В какой-то момент может показаться, что Dex сильно напоминает Mark of the Ninja. Так оно и есть. Очень часто игроку придется убегать от противников, преодолевая разные препятствия и перепрыгивая через пропасти. В то же время авторы не забывают и о тех игроках, кто не сильно любит прятаться в темноте, а предпочитает стрелять во все, что движется. Для таких людей припасен достаточно обширный арсенал. Кроме этого, часто главному герою придется отстаивать свою точку зрения в кулачном бою, что по идее должно разнообразить игровой процесс. Однако кровавым боям в Dex отведено не так много времени. Как и в Shadowrun Returns, большая часть хронометража уходит на разговоры с персонажами и выполнение квестов. Мы сможем свободно перемещаться по локациям города Harbor Prime, который больше похож на свалку.
Одной из главных особенностей авторы считают киберпространство. Тут тоже хочется провести параллели с последней частью Shadowrun. Во время взлома очередной системы защиты или импланта в голове у противника, сознание главного героя переносится в матрицу, где придется сражаться с разными программами, которые тоже обрели форму в киберпространстве. На данный момент авторы уже собрали нужную им сумму в 21 тысячу долларов, а теперь лишь смотрят за тем, как к ней прибавляются новые сотни долларов ежедневно. Игра сейчас находится на рассмотрении в Steam Greenlight, и скорее всего в ближайшее время она пройдет отбор. Команда клятвенно обещает, что DEX появится в цифровых сервисах следующим летом, так что за судьбу проекта можно не волноваться. Хотя всякое бывает. Например, могут попросту закончиться пожертвованные деньги.